принципе, это лидер по продажам нашей линейки. В каталоге здесь опечатка, можете сразу исправить. В каталоге указано, что 50 грамм средний вес. Средний вес томата 65-75 грамм. Томат это наподобие солероса идет по форме, по структуре, выигрывает по цвету. То есть он так же, как и кера, по цвету темно-красного глянцевого цвета. Кстати, в поле очень красивый. Он и в поле, и в ящиках. Я сейчас руку покажу. То есть мы на него ставим больше всего приоритета на этот томат, потому что видели. Он хорошо подходит точно так же, как и калиенда. У него 95% одновременного созревания. Свыше 100 томатов на кусту, 100 плодов. Из них всего 5% может быть нетоварного вида. То есть либо чуть покрученный, либо мелковатый. Так он полностью 95% выровнен на плода. Весь один в один. Подходит для комбайновой уборки. И после уборки комбайна можно продавать на свежий рынок. Потому что не бьется, не появляется после удара этих темных пятен. Тоже стенка достигает 7 мм. Он не крупный, он круглой формы, трехкамерный, поэтому хорошо лежит. То есть руфус можно закладывать в холодильнике при низких температурах, не минусовых, низких температурах. Если убрать в сентябре месяце, под Новый год, в декабре месяце можно его продавать. Чем еще особенность руфуса, опять же, хорошее количество сухих веществ. То есть по прошлому году он показал 6,4% сухих веществ. Он убирается комбайном. Еще особенность, в прошлом году хозяйство убрало за одну выборку его 70 тонн за гектар. Это первая выборка томата. То есть он показал, это была ручная выборка, это был не комбайн, потому что еще не полностью все плоды созрели. Но 70 тонн за гектар за первую выборку можно убирать. И опять же, что все зависит от того, знаете, как бывает, задают, и вам, наверное, часто задают вопрос, какая урожайность. У меня есть вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, многие задают, да, вам звонят, там вы консультируете, задают, какая урожайная, да, вот, как говорит там Валера Помазнюк, от нуля до 100. То есть как вырастите, столько и убираете. Ну, есть потенциальный, да, есть показатели с полей. Но все зависит от того, как вы будете брать. То есть равняться на кого-то, что он убрал 100 тонн, вы можете не убрать ничего. Можете убрать больше. Все будет зависеть от того, как вы сахарите. Понятно, что не будете экономить на удобрение, берете хорошо. Будете экономить на удобрение, не берете ничего. Ну вот он, в принципе, подойдите поближе. Видно. То есть тоже блестящий глянцевый цвет. В прошлом году он был в, опять же, сеть Фози. Ну, знаете, у нас есть свое хозяйство, Владамьюг. Это одна компания, как у нас разделили. Раньше СССР занимался Владамьюг, Денис, Борис. С нами, то в прошлом году был в Фозе в сети, в их сети, продавался руфус и продавался солерос. И мы общались с менеджерами компании, то говорят, руфус уходил с полок намного быстрее, потому что вот этот именно глянцевый цвет, его плотность, растет он кистями, то есть можно даже при желании, ну, мало кто этим занимается, но при желании можно убирать кистями, укладывать красивые бананки. Он ранний идет, это самый ранний томат, у него срок вегетации идет после высадки рассады 65-75 дней после высадки рассады. Спасибо за внимание, с вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.